Репортаж из сада Макарова. И посмотрите, какая чудо-черешня. Ее рост не больше метра. Зато сколько на ней черешни. Сорт любимица Астахова. И представляете, вот 4. Раз, два, три, четыре, пять гроздочек. Черешни просто усыпано, веточки согнулись. Смотрите, всего ничего из себя ростом, не больше метра, чуть выше, чем мне по пояс. Любимица Астахова, вот так вот бывает. Хрустящая, даже хрящеватая ягода. При том, что она будет еще чернить. Довольно крупная. Ну, это не все, конечно. Есть вот еще черешенка. Вот на этой черешенке тоже такого же роста, но уже ранние ягоды. Поэтому птицы помогли. Одна из первых. Сейчас я вам покажу еще тютчевку.